Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире наша программа «Сила права». И сегодня мы будем говорить об обеспечении законности на территории Прикубанского района. И по традиции нашу программу открывает старший помощник прокурора Карачаево-Черкесской республики Елена Дармограева. Здравствуйте, Елена! Здравствуйте! Сегодня в программе мы будем говорить о принимаемых мерах по обеспечению законности на территории Прикубанского района. С начала этого года районной прокуратурой было выявлено свыше 700 нарушений законодательства в различных сферах. Для их пресечения внесено 216 представлений, принесен 701 протест на незаконные правовые акты, предъявлено в суды 49 заявлений. По постановлениям прокурора 32 лица привлечены к административной ответственности. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о нарушениях при предоставлении земельного участка. Данное дело сейчас направлено для рассмотрения в Прикубанский районный суд. В центре пристального внимания прокуратуры Прикубанского района находятся вопросы защиты трудовых прав граждан. И здесь очень важно, чтобы работники своевременно получали заработную плату. Право на труд – это конституционное право, и в статье 37 Конституции Российской Федерации говорится о том, что каждый гражданин имеет право на труд и на получение вознаграждения за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. В статье 136 Трудового кодекса Российской Федерации сказано, что заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты может быть определена правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и трудовым договором. И еще раз хочу акцентировать внимание работодателей на то, что не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который работник проработал, заработная плата должна быть выплачена работникам. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем зарплата выплачивается накануне, то есть в день, предшествующий выходному или праздничному. Лица, которые допустили нарушение трудового законодательства, а в том числе задержку выплаты заработной платы, несут административную ответственность по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Уголовная ответственность наступает за частичную невыплату заработной платы в срок, превышающий 3 месяца, и в случае полной невыплаты заработной платы свыше 2 месяцев. Состав преступления по невыплате заработной платы будет только в том случае, если у работодателя имелась реальная возможность выплатить заработную плату, но он ее проигнорировал по каким-либо причинам. И обязательным признаком данного состава преступления является наличие мотива у работодателя. Это должна быть корыстная или иная личная заинтересованность. Что касается санкций, то мера наказания может быть назначена в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период работы до 3 лет. Могут быть назначены принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет. И суд может применить дополнительное наказание – лишить лица права заниматься определенной деятельностью также на срок до 3 лет. Если лицо впервые привлекается к уголовной ответственности за невыплату заработной платы и в течение 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела оно погасило долг по заработной плате, то в данном случае по закону он не подлежит привлечению к уголовной ответственности. И сегодня в программе, уважаемые телезрители, прокурор Прикубанского района Евгений Булатов расскажет вам об осуществлении надзора за исполнением трудового законодательства, земельного, об обеспечении законности в жилищно-бытовом секторе и в иных сферах правоотношений. Здравствуйте, Евгений Борисович. Благодарю вас за участие в нашей программе. И, конечно, мы будем говорить о проблемах, которые существуют в Прикубанском районе. И первый вопрос будет о трудовых правоотношениях. Какие нарушения вами выявились в Прикубанском районе? В сфере трудовых правоотношений на прокуратуру, конечно же, возложены очень серьезные функции по надзору за своевременной выплатой заработной платы, обеспечение безопасных условий труда, ну и иные.
Вот. В данном случае на территории Прикубанского района у нас выявлялись следующие нарушения. Они были как раз таки связаны с восстановлением прав граждан на оплату труда. Была путем мониторинга выявлена публикация о том, что на одном из предприятий имеются задержки в выплате заработной платы. Проведенная проверка установлена, что перед 36 сотрудниками имеется определенная задолженность по заработной плате. В данном случае, как уже было сказано в начале программы, работодатель несет ответственность, вот, вплоть до уголовной. Нами были приняты меры, работодатель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 20 тысяч рублей, которую он оплатил. Вот. В целях устранения задолженности и недопущения впредь прокуратура внесено представление об устранении нарушения закона. Были приняты меры и принимаются в настоящее время меры, потому что зарплата погашена частично, но однако имеются проблемы. Вот. Было привлечено должностное лицо к дисциплинарной ответственности указанного учреждения. Поскольку задолженность не совсем погашена, в настоящее время нами повторно вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, где предусматривается уже дисквалификация должностного лица. То есть суд может принять решение, и мы будем настаивать на этом, о том, что дисквалификация законом предусмотрена, то есть отстранение должностного лица от руководства предприятия. Евгений Борисович, как известно, ЖКХ, сфера ЖКХ, она самая проблемная, и не только в Прикубанском районе. Что здесь выявлялось прокуратурой? В сфере ЖКХ, конечно, нас требуют приказы генерального прокурора, приказы прокурора и указания прокурора Карачаево-Черкесской республики. Здесь широкая, так сказать, сфера деятельности нашего надзорного ведомства. В частности, имеются также неправомерные нарушения за услуги, то есть начисления платежей за услуги ЖКХ, что и нами было выявлено, так как прокуратура обратилась жительница поселка Кавказский. Вот, в своем заявлении пожаловалась на необоснованное начисление ей долга за коммунальные услуги. Доводы заявительницы нашли свое подтверждение в ходе проведенной проверки. Было установлено, что ресурсно-снабжающая организация незаконно включила и начислила на лицевой счет задолженность за коммунальные услуги предыдущего собственника квартиры в размере более 100 тысяч рублей. Конечно, это незаконно, нами внесено представление, нарушения закона устранены. В данном случае должностное лицо, которое допустило данное нарушение, было привлечено к дисциплинарной ответственности. Другой пример. Было разрешено обращение местных жителей о нарушениях при предоставлении услуг водоснабжения. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», которое производит услуги по водоснабжению и водоотведению в поселке Кавказском, неоднократно, вопреки требованиям закона, допускало временное ограничение водоснабжения в многоквартирных домах и частных домах, расположенных в данном поселке. По итогам рассмотрения внесенного нами представления, нарушения были устранены, организовано надлежащее водоснабжение жителей муниципального образования. Кроме того, по постановлению прокурора, генеральный директор указанного водоснабжающего учреждения привлечен также к административной ответственности в виде штрафа за нарушение порядка временного ограничения водоснабжения, ну, то есть за несоблюдение требований к оказанию коммунальных услуг. Также было внесено представление в связи с ненадлежащим обеспечением водоснабжения жителей Дружбинского сельского поселения, приняты меры к устранению допущенных нарушений. Это лето у нас очень жарко, и, конечно, были серьезные нарекания к водоснабжению жителей Прикубанского района. С перебоями предоставления воды в других сельских поселениях также осуществлялось водоснабжение. Вот. Был организован подвоз воды органами местного самоуправления. Ну, конечно, воды, естественно, не хватало, и были нарушения при предоставлении. То есть подвоз воды ненадлежащим был образом организован. Поэтому в адрес 11 глав муниципальных образований, то есть органов местного самоуправления, нами также было внесено 11 представлений о принятии должных мер по организации подвоза питьевой воды для населения в случаях ограничения водоснабжения, что предусмотрено законом. А также внесено представление в Уджигутинский муниципальное учреждение водоснабжения и водоотведения,
поведение которого также ненадлежащим и несвоевременно осуществлялись меры по ремонту водопроводных труб водоснабжающих и водоснабжающих организаций. Некачественно были осуществлялись проведение аварийно-ремонтных работ в водопроводных сетях, что также, естественно, нарушило права граждан на качественное и бесперебойное водоснабжение. Результаты рассмотрения представлений по результатам были приняты меры к надлежащему водоснабжению. Должностные лица, которые были виновны в его ненадлежащей организации, были также привлечены к дисциплинарной ответственности. Какие нарушения пресекались прокуратурой в сфере земельных правоотношений? Расскажите об этом. Множество нарушений прокуратуры выявляется также в сфере земельных правоотношений. Выявляются случаи необоснованного предоставления пользования земель сельхозназначения без предусмотренных законом торгов. В целях устранения нарушений прокуратура направлена исковое заявление в суд. Благодаря прокурорскому вмешательству земельный участок площадью 20 гектаров был возвращен в муниципальную собственность Прикубанского района. Так было выявлено, что в январе 2021 года между администрацией Прикубанского муниципального района и индивидуальным предпринимателем был заключен договор аренды земельного участка сельхозназначения. Вопреки требованиям закона, торги при этом не были проведены. В последующем индивидуальный предприниматель переуступил по договору аренды земельный участок в целях, так сказать, узаконивания другому лицу. Прокуратура обратилась в суд районный с иском о признании указанных договоров недействительными. Суд требования прокурора удовлетворил. Ответчики подавали жалобы апелляционные, кассационные, но, однако, решение было вышестоящими судебными инстанциями утверждено. По данному вопросу в настоящее время также держим на контроле данный вопрос в целях его исполнения. По другим земельным участкам также проводились проверки совместно с другими правоохранительными органами. Нам и в 2022 и 2023 году также выявлялись случаи незаконного предоставления земельных участков, вынесения, правда, в предыдущие годы незаконных свидетельств о предоставлении данных земельных участков. По данным фактам и в 2022 и 2023 году нами направлялись материалы в следственные органы, по которым были возбуждены два уголовных дела. В одном случае по одному земельному участку, в другом случае, это в 2023 году, было возбуждено дело по незаконной выдаче 7 земельных участков. Ну и, конечно, архиважный вопрос, жизненно важный вопрос – это безопасность на дорогах. Что вы можете сказать по этому поводу? Надзор в сфере безопасности дорожного движения, конечно, это важнейший вопрос для населения. Мы практически все водим машины и ходим по дорогам. И данная сфера не остается без внимания прокуратуры района. Согласно законодательству, вопросам местного значения муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. Были выявлены факты непринятия администрации мер по проведению кадастрового учета и регистрации права муниципальной собственности на указанные дороги общего пользования в границах поселения Прикубанского района. Данное нарушение не позволяет органам местного самоуправления решать вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, а также надлежащего содержания и использования дорог, поскольку не поставлены надлежащим образом на учет. И в связи с чем муниципалитет внесли представление об устранении нарушений закона. Данные нарушения также были устранены, дороги поставлены на учет, и в настоящее время ничто не препятствует их нормальному содержанию, финансированию, ну, при наличии, конечно, такого, что, естественно, также вызывает затруднения в органах местного самоуправления. В рамках другой проверки было установлено, что администрация района не ведется реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах местного значения, что тоже немаловажно, особенно для инвалидов и других категорий, льготных категорий граждан. По внесенному представлению нарушения закона были устранены. Из практики привлечения к уголовной ответственности боремся, ну, правоохранительные органы, прокуратура района участвуют в борьбе против правонарушений, совершаемых в пьяном виде участниками дорожного движения. Законом предусмотрено
уже уголовная ответственность уже несколько лет. В настоящее время ответственность усилена в плане того, что уголовным законом предусмотрена конфискация транспортного средства, если уже повторно лицо совершает данное это преступление. И такие случаи уже неоднократно нами производились меры по аресту автомобильных средств, по и поддержанию вопроса о их конфискации в судебном порядке, то есть при рассмотрении уголовного дела суды идут навстречу, вышестоящие инстанции поддерживают. Вот, несколько случаев у нас имеется, когда транспортные средства у злостных нарушителей правил дорожного движения в обязательном порядке, это в пьяном состоянии, автомобили конфисковываются. Вот, были случаи обжалования, но однако остались в силе, Верховным судом они оставлены в силе. По самим дорогам, в текущем году нами две дороги обследованы в первом полугодии, это в поселке Октябрьской и в поселке Кавказском. Вот, по результатам обследования выявлено нарушение стандартов ремонта и строительства этих дорог. Вот, отсутствие фактов ремонта, и что грозит, конечно же, безопасности участникам дорожного движения. Что ж, уважаемые участники нашей программы, я благодарю вас за полную информацию. Я желаю вам успехов в вашем нелегком труде. Спасибо вам. Благодарю.